Здравствуйте, друзья. Арсений Гуричев, врач-остеопат и клинический психолог. С такого необычного ракурса вещаю, а я не могу молчать, потому что хочу признаться в любви. Признаться в любви. Признаваться в любви всегда тяжело. Всегда боишься, что твои чувства смеют или как-то воспользуются ими, или тут какой-то прошлый опыт всегда есть, когда ты не находил ответа в том, что ты говоришь. В данном случае я абсолютно спокоен, потому что объект моей любви – это то, что никогда не откажет мне, никогда не будет неблагодарным, никогда не будет просто использовать меня, а всегда я буду получать от этого отдачу, всегда буду получать удовлетворение, настоящее глубокое обоюдное чувство. И чем мы больше тратим времени друг на друга, тем больше мы получаем кайфа от этого. Итак, я хочу признаться в любви к своей работе, своей деятельности. Сегодня произошла такая ситуация, что я принимал как остеопат рабочий день и принимал по WhatsApp, консультировал на гипнорегрессии определенную ситуацию. Не хочу ее озвучивать, потому что человека могут вычислить, а может, он не хочет, чтобы кто-то знал, что мы именно там делали, какую мы ситуацию нашли. А ситуацию мы нашли достаточно позорненькую, честно говоря, позорненькую. И ладно, по остеопатии, в общем-то, привычное дело работать. Это что-то уже рутинное, что-то на самом деле не особо вызывающее много эмоций. Но это что-то такое надежное, как будто вот как человека, которого ты знаешь лет 30, вот 20-30 лет. Ты знаешь человека, ты в нем уверен, потому что он бывал в разных ситуациях, и мы на нем не отвлекаемся ни на какие-то его эмоциональные вспышки, его реакции. То есть мы в нем полностью уверены. А вот по большому счету в том направлении, в котором я сейчас работаю психотерапевтически, оно для меня, в общем, относительно новое. Ну, там, ему там 10 лет максимум, 7-10 лет. Ну, то есть, вот как тоже, мы знаем человека 7 лет. Ну, хрен его знает, что от него ждать на самом деле. Вот. И я получил искренний восторг и удовлетворение от этой проработки по WhatsApp. Потому что в рекордно короткие сроки, за час мы управились, мы так легко и непринужденно вышли на регрессом на очень ранний возраст. Сначала это было 3 годика, а потом я на удачку применил одну технику, которая позволяет моментально регрессироваться до первой травмирующей ситуации. И это просто на раз, два, три получилось. И оказались мы в возрасте до года, и оказались действительно в травмирующей ситуации, где были участники и люди, то есть и социалка. И все это очень хорошо бьется с тем, что человек сегодня озвучивает, с той проблемой, которую он озвучивает, социальной проблемой. Я так кайфанул от этой работы. Это что-то с чем-то. Я подумал, это какое-то счастье иметь возможность работать с людьми и получать результат измеряемый. Это очень сильно воодушевляет и является бесконечным источником энергии. То, вот о чем я сейчас говорю, это просто кайф. И доход приносит, и дает смысл, и заполняет время, и заставляет двигаться вперед. Больше читать, находить нужный словарный запас. Очень многие люди говорят, что я формулирую их проблему достаточно точно, будто бы я знаю, что с ними происходит. Отнюдь, друзья, я не знаю, что с вами происходит. Я не могу экстраполировать свой опыт переживаний на ваш, но слов, которыми кто-то когда-то что-то описывал, у меня в голове много, поэтому это может помочь сформулировать проблему, сформулировать цель и быстро
Немножко больно, немножко на провокации, конечно, я работаю. Но добраться до той проблемы, которая была первичной, и разрешить ее. И решение найдется